Да, я проверяю офисы. Картотеки украли куда-то, блин. Нет, почему? В смысле? У тебя патронов нет, беги. Я застрял. Заклинил. Это вот новый клин от Буянова, блядь. Даже в Павлове, сука, работает. Я вообще пришел сюда сейф как бы полутать. С ножом, блядь. Чтобы все спрятать в трусы и выйти с этой локации. Чила порвало просто, блин. Можно так же попробовать? А, узнаю бар. Полетел. Конечно, тебе хорошо, ты там на АП-шках опять. Шлем, это должно работать. У меня почему-то оно запущено, хотя не запущено. Блять, ну завод выглядит пиздец как классно, я тебе скажу. Он выглядит так же хорошо, как Half-Life Alyx, короче. Понял? Кстати, зомби такие же беззвучные, как в Таркове, блять. Реалистичные, капец. Так я пойду от них свалю куда-нибудь. Ёпта. Блин, а он таким большим кажется, просторным здесь. Не то, что ты когда именно в игре играешь. Идите, это реально секретная разработка Буянова, блин. Ну-ка, а там новый зал есть? Они новый завод поставили или старый? Нет, интересно. Старый, по-моему. Он какой-то светлый, да, для нового явно не то. Да, новый-то темный еще, пипец. Завод. А, ну да, тут нету, собственно, прохода. Отвали, нахрен. Другом, блядь, давай, короче, в офисы уходим. Я бегу. Видел там просто табличка, блядь. За тобой двое бегут. А как дверь закрывать? Никак, они не трогаются, двери. Я бегу. Блядь. Они за тобой? Нет у меня никого. Ой, сейчас будут. Поднимаюсь на третий. Здорово. А у меня патронов нет, почему? В смысле? У тебя патронов нет, беги. Заклинил. Я застрял. Заклинил. Это вот новый клин от Буянова, блядь. Даже в Павлове, сука, работает. Так, где я там в стену не впечатаюсь? Не должен. Ладно, пока они нас ищут, можно все посмотреть. Тут, в принципе, хрен. Вон, бегут. Так, а что у нас есть? Граната нет у нас? Что, нет гранаты ни одной? У тебя вон тут дымовые или это просто форма? Они реально, кстати, форму переделали? Идите на стерех, смотрится качественно прям. Реально как в халфе теперь, вот прям каждый этот видно. Сантиметр прям прорисован. Они, короче, там затупили где-то похоже. А, вот, бегут по коридору. Так, я проверяю офисы. Картотеки украли куда-то, блин. Не, я тебе говорю, это они сделали. Это не портированная карта, по-моему. Ну, оно кажется курток, шире. Курток нет. Курток нет, да. Но ты посмотри, он даже вот... Вот ты помнишь офисы, которые в игре? Там как будто метров 5, наверное, все офисы, в принципе. А тут все 20 метров. Вся комната, да. Снизу стоит тиммейт. Типа, говорит, скинь патроны. Берешь только ему просто патроны так в окно туда ему. Не может спрыгивать. У тебя бинт есть с собой? Угу. СМС-ку взял? Я нет. Спина. У тебя тоже спина. Ёпты. У меня такая чагумба вообще. Я думал, сейчас за спиной кого-то убью. Зад вид. Знаешь, в чем прикол? У меня по одному заряжает. Я знаю. Это ж револьвер, блин. Ешь таблетки слева на груди, если они у тебя есть. Все, не забили. Спокойно, блин. Что за... Почему они тпшуются, блядь? Бэкэнд лагает, сука.
чуть тэпается, ты смотри на нее, блин. Как тебя убить-то? О! Я появился в подвале. Ёб твою медь. Сейчас выйду на кары. У нас на карах магазин. Я отравился, шо? Блядь, шприц. Быстрей, быстрей, быстрей. Что там есть, что там есть? Юмп, узик. Юмп. Юмп пойдет. На АПшках. Ага. Нормально. Бля. Со спины. Они в зале сидят? Откуда? Не пустой. Сзади. Патроны. Что, мешает инерция, блин? Да. Чеку нахрен. Блять. Зажали меня в этом каре, блин, никуда не смог от него уйти. Нихера она спрыгнула, ты шо? О, лежат, блин. Ну шо, нравится тебе инерция, м? Легче стал играть с инерцией? Это ты был, что ли? Я на тебя с сайгой шел, так нечестно, но... А я с пулеметом был. На флешетах. Да, на АПшки. Вот это дурные тоже такие нормально разваливаются. Ты там на карах в двери? Да, да. Я по тебе с оптики Сауга целился. А гранат нету, да? Наверное, нету. Так и знал, что QE что-то. Там какой-то кемпер на карах сидел. Иди к выходу. У тебя тут встреча на выходе. Да ты, я там боюсь, че слева челик. Бот Ирвин, блин, присел, представляешь? Надо вот такой скриншот сделать, что ли, на заставку. Как раз вот так прикольно будет смотреть. Блин, только тут цвета нет, ни хрена. Темновато, блин. Пойдет, короче. У этого, у петуха этот. СП-5-ми, что ли? О! Ой, блядь! Что у меня за валын? Офигеть, каски отлетают. Так. Ну, скоп. Бля. Оптика, конечно, пипец тут большущая. Конечно, нельзя снять, да? Не знаю, нельзя. Можно. Нет? Ну, видимо, в этом режиме нельзя. Так-то можно, конечно. Да, блин, чего не хватает патронов? Отлично. В смысле, не заряжено? Ёб твою мать. Ёпта, ты чё за этот? На таможне смотреть в оптику на винторезе? Да-да-да, я тебе про то и говорю. Там оптика пипец. Он ещё не убивает ни хрена.
У нее есть контакт. Почему не заряжен? Почему не заряжен? Слушай, там один патрон. Новые, что ли? Там один патрон в нем, в Барретте, в этом. А, нужно засовывать один. Да. Это патрон или это противотанковый какой-то? Там огромная вообще дурында. Бля, дал кому-то подзатылок. Не тебе сейчас дал подзатыльник? Не-не. С эскарчика. Е-е-е-е. Чила порвало просто, блин. Можно так же попробовать? А, узнаю Барт. Полетел. Конечно, тебе хорошо, ты там на АПшках опять. Ага. Я тут типа выстрелил с дробовика, от него ноги только одни остались, блин. Етич! С тобой все в порядке, приятель. Эй! Блять, кто стреляет? Барт какой-то стреляет. Я буду им драться, вы поняли? Прикладом бей, блин. Блин, ну как вот с этого убить гангейма, блин? Упс, а что? Ага. Спинку, да, Надя, пострелял мне там. Я все слышал, блин. Бля, меня бот убил. Фух. Бля. Простите. А, кто-то там заспаунился, слышал. Блин, мне этот дали, по-моему, горностай. Да, вот я с этой херни стрелял, она очень такая слабенькая. Горностай этот. Его бафнули 24 числа, вот попробуй пострелять с него. ВП-шку дали. Опять с оптикой на космонавтов. Блин, глок, конечно, пипец. Так. Капец, а то он меня сейчас убил с двух выстрелов с этого. Винтореза. О, ну пошло. Да ты там идешь? Нет, не ты. Или ты с Барреттом? Нет, это бот с Барреттом. А ты в каком зале? Первым. Первый это где Кара или где? Где другой? Этот? Нет. Где Кара это? Вот тут я. Ага. Сюда. Блять, попал. О, РСАСку дали, по-моему. Вот он, за ты. Ты ничего не видел? Топорист. Оп, блять. Тихо тут народу. Я вообще пришел сюда сейф как бы полутать, с ножом, блять. Чтобы все спрятать в трусы и выйти с этой локации. Блядь. Кто меня убил? Мне ваши вот эти вот... Война вот эта вот ваша не нужна, вообще, блин. Я чтоб шутку разошел. Стрелять, блин. Блин, разменялись. Ох, у меня обрез, мать вашу. Как с ним убивать? Обрез вообще убивает люто, очень люто. Опа! Еее! Ютит, я последнего убил, ты бы видел, блин, чётенько. Вот этот чел видео, кстати, он прям смотрит. Классно, да, чел? Блин, как палец вверх показать нельзя? Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.